Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Частый вопрос, который вы мне задаете в директ, как прокрасить ресницы краской. Вот сегодня я это и покажу. Первый этап – очищение. Наносим Detox Mousse. Detox Mousse имеет офтальмологический сертификат, его разрешено наносить в зону глаз. Смываем ватным диском, смоченным водой. Далее наносим Skin Protector на верхнее и нижнее веко, для того, чтобы у нас не прокрасилась кожа. Если где-то у вас попало на реснички, ничего страшного. Ресницы будут все равно хорошо окрашиваться. Разрезаем ватный диск. Дальше его складываем и вырезаем уже овалом, для того, чтобы он анатомически хорошо прокладывался под нижний ресничный ряд. Намочили ватные диски водой и прокладываем теперь под нижний ресничный край. Замешивая 0,1 краску 1:1. Наношу 0,2 кисточкой очень плотно, от корня не отступаю, прямо на корешок наношу. Убираем изначально краску обязательно сухой ватной палочкой либо сухим ватным диском. Если вы сразу начнете убирать влажным, у вас продолжится химическая реакция и будут неприятные ощущения у модели. Ей будет жечь, печь. Поэтому для того, чтобы этого не было, просто уберите изначально краску очень хорошо сухим ватным диском либо сухой ватной палочкой. И убираем хорошо со второй стороны. Если краски много, вы прям можете взять ватным диском. И хорошо вымываем ватным диском, смоченным водой. Наношу консилер Elan 03, для того, чтобы клиент ушел красиво. Надеюсь, видео для вас было полезно. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Конечно же, ставьте лайк. Всем пока!